В семье Ирины Вороновой четверо приемных детей. Сегодня у них радостное событие. Старшей дочери исполнилось 18, и она вступает во взрослую жизнь. В ближайших планах – переезд с котом в собственную квартиру. Просто бесконечно рады вот этому событию. Но оно просто беспрецедентное, на самом деле, чтобы была крыша над головой. Программа губернатора Московской области. Мы вот сколько мы здесь работаем, уже, наверное, лет 9, как мы в этой программе. Ни одного еще сбоя не было. Благодаря программе губернатора трое ребят, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Их вручил глава Одинцовского округа. Для Василия это особенно важно. Его будущая профессия связана с дорогой и путешествиями. Теперь ему есть куда возвращаться после трудного рабочего дня. Мне еще с самого детства нравились дальние поездки, ну просто там дорога. И вот до 8 или до 9 класса я хотел быть дальнобойщиком, а потом папа подошел, сказал, типа, зачем тебе это, есть, типа, машинист. И потом я посмотрел, поинтересовался, и мне понравилось. Потом вот пошел. Беспокоиться о ремонте не придется. Есть все для комфортной жизни. Местоположение удачное. Остается только потерпеть переезд. Но эти хлопоты приятные. Всего же с 2014 года жильем обеспечены более 190 детей-сирот из Одинцовского округа. Еще четверо получат ключи и документы до конца года. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».